Сегодня из жизни ушел народный артист Чувашской республики Иван Иванович Христофоров. Он был первым исполнителем многих песен композиторов Чувашии. Работал артистом в Чувашском государственном академическом ансамбле песни и танца, фольклорном ансамбле «Щавал» Чувашской государственной филармонии, Чувашской государственной академической симфонической капелле. Более 200 вокальных произведений в его исполнении записаны в фонд Чувашского и Российского радио. Прощание с Иваном Ивановичем состоится завтра в ДК «Тракторостроителей» в 10 утра.